Привет, друзья! Вы смотрите канал Дэнни Монтана. Сегодня я нахожусь в парке, где тренируются начинающие турникмены. И сегодня у нас речь пойдет о том, как прокачать такую мышечную группу, как трицепс. Наверняка вы любите воркаут так же, как и я, и вы заморачивались над тем, как прокачать ту или иную группу мышц, имея всего турник, брусья, поручни и пол в своем распоряжении. Поэтому сегодня я вам покажу 4 самых интересных, на мой взгляд, упражнения в стрит-воркауте, которые помогают развивать трицепс. Погнали! Итак, первым упражнением у нас пойдут французские отжимания. Они по своей технике похожи на выполнение французского жима, когда локти идут вперед, и вы опускаете перекладину до уровня лба, носа или подбородка, регулируете угол сами. И сейчас я продемонстрирую, как оно выглядит. В этом упражнении суть состоит в следующем. Чем ниже находится перекладина, на которой вы отжимаетесь, тем сложнее, тем больше включается трицепс, больше он растягивается. Также дополнительную работу включаются мышцы-стабилизаторы, мышцы пресса. И таким образом это сложнее. Поэтому, если вы только начинаете учиться делать это упражнение, попробуйте делать его с более высокой опоры. И по мере того, как вы становитесь сильнее, опускайтесь все ниже, ниже и ниже, в самый низ. Итак, вторым упражнением у нас пойдут отжимания от скамьи обратным хватом, как показывал Сашка Невский, вот так вот. Поехали! В этом упражнении, чтобы выполнять его правильно, необходимо ближе сесть спиной к лавочке и локти направить назад и делать опускание. Но если же вы поставите свои ноги на какую-нибудь подножку повыше, то вам будет делать это сложнее, это будет как утяжеление. Чем ноги ниже или как ноги на полу, это более для начинающих, для новичков, так будет делать легче. Едем дальше. Третьим упражнением у нас пойдут Diamond Push-Ups, или бриллиантовые отжимания от пола. Суть состоит в следующем. Вы ставите руки как можно уже вместе, направляете локти в стороны и делаете отжимания, касаясь грудью своих рук. За счет этого прорабатываете свой трицепс. Смотрим на технику. И четвертым упражнением у нас пойдут отжимания от перекладины. Погнали! Они, кстати, вам помогут сделать выход силой. Ну и также небольшим бонусом в конце пойдут отжимания от пола с локтей. Смотрим.
Ну и вот, таким образом мы разобрали 5 интересных воркаут-упражнений для мышц трицепса. Желаю вам, чтобы эта группа мышц росла у вас большой и сильной, так же, как и другие. Ну, всего вам наилучшего, анаболизма. Обязательно подписывайтесь, рассказывайте друзьям, и мы с вами скоро увидимся. Пока!